это что, Соник? Ого, обалдеть! Тут есть еще разные карты, ребята, там город! Ну, слушайте, ну, демонический должен быть где-то даже не внизу. Тут секретик! Обалдеть, так. У меня зрение! Куда? Вот здесь, лестница! Всем привет, котята, меня зовут Лана, и сегодня мы будем искать шлепков, чтобы становиться шлепками. Итак, это игра Floppa Morphs, и вот тут у нас... Не кормлено. Вот тут есть. Вот. Что? Нет? Это картина. Ну, шлёпа, картина со шлёпами. Ну ладно. Не, мне кажется... О, ушки. О. Опа! Самый обычный шлепочек. Вот он здесь. Так, ну давайте искать. Классический, я бы сказал, каноничный. Ева уже стала шлепком. Так. Маленький шлепочек. А вот, ребят, вот, вот. А тут что? Ой, миссис шлепа. Агась. Ага. Так, а тут тоже есть? Да, это тоже. Блин, я не хочу это брать. Ну зачем с ним так? Так, ладно, я могу стать шлепком. Я хочу быть маленьким шлепочком. Да. А маленький тоже есть? Да, вот тут бутылочка, вот он тут. А, бутылочка. Я маленький шлепок. А это все, больше в доме нет ничего тут никак? Думаю, да. Ну, надеюсь, мы ничего не пропустили. Го на улицу. Давайте. А у нас, кстати, в доме их... Вот четверо было. Ой, смотрите, у нас тут взрослые шлёпы, а я маленький шлёпа. Так, что у нас тут есть? Ёшина... Я вижу уши, вон там, вот камень. Уши, камень? Да. А можно быстрее? О, можно нажать на скорость и бегать быстрее. Да, камень уши. Это каменный шлёпа. А он делает вот так вот бровью, как... Ну, вы поняли. Ёша, а ты чё никаким шлёпком не стал? Тебе не нравится? Да я не могу выбрать, они все такие хорошенькие. А каменным, может, ты будешь каменным? О, ещё! Смотрите. Подводный шлёп. Влюблённый шлёп. И подводный есть? Так, секундочку. Да. Блюмп. А где? А где? Вот он. Там прям внизу, да. Блин, он такой странный. Да. Капец, я Лану вообще не вижу, такая маленькая. Я маленький шлепок, у меня бутылочка с молоком. Хотя зачем и бутылочка, и соска? Это как-то взаимоисключающие понятия, ну, по-моему. Да. Но ему нравится, значит, будем его в этом Маленький шлепок запрыгнул, какой молодец. Сюда, сюда. Я надеюсь, там что-то есть. А что тут домов так много? Это каждый в своем доме. Ой, стой, стой, гляди. Что? Тут что-то есть. На елке. Клоун. Ха, тупо там клоун. На плите. А ну-ка, вот здесь. О! Шеф. Вот это круто. Это тот, который кучу рецептов, наверное, знает. О, возможно. Возможно, так. Такого тут нигде, никого. Слушайте, я вот не знаю, мне продолжать быть маленьким шлепочком или... каким-то другим. Давайте, кстати, посмотрим. У нас открыты простые... Короля нет, кстати, нет куста. Ну, мы же пока не все простые прошли. Ну да, логично. Я вот тут домик еще вот так вот... О, я же уже тут решил посмотреть. А нет, ничего... Это что такое? Тут есть секретный шлепок, он... Вот, да. Только я не получилось его достать. А куда? Где? Как? А, ну вот же, вот, вот. Он сбоку там, прям вот... С обрыва. Ага. Так, Ёши, шеф. О, большой шлёп. Получилось? А ну-ка. Да. А это с шифтом надо. Так, секундочку, я сейчас попробую. Я была маленьким шлёпой. Я сейчас заспойлерю себе, конечно, но я хочу быть большим шлёпой. Итак. Ого! Ёши, нормально. Как тебе? Давайте, шлёпок? Я поймаю. Прыгайте сюда, я поймаю, аккуратно. Ульян, дай тебе туда. Я пытаюсь. Так, вот сейчас, подожди, вот. Ты не двигайся, нет, стой, 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 ну чуть-чуть вперед. А, я на ты тебе не двигайся. Просто... Так, прыгни, прыгни. Вау. Ну, нормально. Все, ура. Ура. Ева, а ты? Давай так же на Ульяне на голову. А я не знаю, у меня получится вообще. Ну вот ты прыгни, а Ульяна уйдет в этот момент, давайте. Во, все. Да, подожди. У меня все нормально, я поймала. Я поймала. Все нормально, ладно. Так, а тут на детской площадке есть какой-то шлепочек? О, это что, Соник? Ого. Обалдеть. О, ребят, я провалилась. Что куда? Делать? Что делать? Где? А вот тут. А где? Вот тут. А. Что-то случилось странное. Ой, но я как-то сквозь текстуры там. Ну так бывает. Ты просто сильно тяжелый шлепок. Так со шлепками. Спасибо. Я думала, это еще один, а это Ульяна. Ну я нормально. Мы все такие. Я тоже там провалилась. О, вот кто-то на елочке. Ага. О. Бен.
Да. Серьезно? Но это не шлепа, это так нечестно, это просто какой-то кубический. Ну, вообще, да. Кустик! Как, секундочку. Тут никто не готовится. А где кустик, Ульяна? Вот тут. Незаметный какой. Посмотрите на него, да? Ага. В домике, ребят. В домике? Ну, наверняка. Агась. Доктор шлепа. И за домиком, ребят, тоже. О, тут какие-то, они все по профессиям у нас пошли. Доктор, строитель, кто еще? Учительница младших классов, например, я не знаю. Как думаете, продолжать быть большим шлепком или попробовать стать шлепком другим каким-нибудь? Давайте посмотрим. И, слушайте, мне интересно, где золотой и демонический? Кстати, клоун был сложным, что? Забавно. Я буду Соником. Ну, можно не заметить на самом-то деле, реально можно не заметить. Я там нашла что-то наверху интересное. Где? А вот если дома подниматься с вот этой зеленой крышей, то там сзади у камня что-то малиновое светится. О, так, мне кажется, наверняка. А, вот и король, кстати, ребят. Единорог. А где? Так, вот. И шоколадка. Внутри дома шоколадка и король. О, боже, я хочу быть шлепой шоколадкой. Где шлеп шоколадка? Вот он. Это я. Ого, и король. Слушайте, ну это достаточно легко было, по-моему. То есть они тут все, и, по-моему, сколько нам осталось еще шлепков собрать? Два, три, три. Три. Четыре. Так, единорог есть. Давайте смотреть. У меня нету круглого шлепы. Демонического, да, да. Демон и золотого. И а где уже единорога? Да вот же. Да вот тут. Ульян. В смысле? А? Ты ну где? Вот, ты рядом вот, выходи. Или нет? Вот. Чопан. О! Вау. Класс. И ушки беленькие, зацените вообще. Да. И сзади такие полосатенькие. Прикольный хвост даже есть. Ну все. Так, ребят, осталось... Три шлепка. Где они могут быть? Может быть, как-то можно на домики запрыгнуть, а не где-то на домик? Ну, мы можем друг на друга запрыгнуть. Подождите, там что, лезть? А, лестница сюда была, я не поняла просто сначала. Может быть, но где-то мы точно что-то упустили. Может, как-то вот с краю карты? Ну, слушайте, ну, демонический должен быть где-то даже не внизу. Знаю. О, тут секретик! Идите. Ага. О, блин! Ага. Там круглый да. Шлепа. Да? Он да. Залез в пещеру, потому что она тоже тоннель круглый, я не понимаю. Нет, как раз таки не круглый. Так, Йоши, мы... Можно я выйду? Ага. Все, пожалуйста. Ну мы вышли. Ну вышли, в принципе, да? Да. Так, что еще? Что, по краешку будем ходить смотреть? Так, секунду, я что-то вижу, ребят. Да ладно. Обалдеть, у меня зрение. Куда? Вот здесь. Лестница. Где здесь? Она почти невидимая. Ну, вот видите, я в воздухе. Это лестница. А, нифига себе ты. О, и тут тоже демон. Обалдеть. Осталось найти только золотого шлепка. Где он может быть? Ну, чисто в теории. Песок. Песок. Золотой. Может быть, но там не там было его. А, там уже взяли, да? Ну, да. Ну, да. Да-да-да. Слушайте, ну, может, тоже так где-то спрятан. Как-то вот так по-хитрому, вот так вот как-то с краешку. Либо вот там вот не просто так указатель какой-то, или это указатель был на того шлепу. Да, мы того забрали уже. Не ясно. Это, конечно, сложно. А может, под елкой какой-нибудь? А я вот тоже искала, но что-то как-то так и не нашла. А может быть, чтобы достать... Золотого нужно стать демоническим, а он там как-нибудь летать умеет. Нифига себе у тебя теории. Ну, не зря золотой эпический, ребят. Это самый сложный шлепок из всех. Слушайте, ребят. Это эпический шлепок эпический не потому, что он какой-то супер редкий, а потому что, чтобы его получить, нужно вступить в группу разработчиков этой игры. Понятно. Ну, пока. А мы тут колесим. Да вообще. Ну, я думаю, что мы, в принципе, ну, считайте, что получили его, потому что мы знаем, как это сделать. Там прям это и написано. Но тут есть еще разные карты. Ребята, там город. Пойдемте. Да ладно. О, боже. Просто посмотрите. Ну что, ребят, давайте здесь тоже искать. Мне кажется, это будет просто или непросто. Ну, в любом случае, надо попробовать. Интересно, какие тут есть версии шлепков? Я пока не... О, боже, смотрите, это шлепка Амогус. Ой. Вон он. А, в смысле, он побежал? Я думал, ты увидела морф этот. Нет, я пока еще никого не нашла. Но мне кажется, кто-то будет... Ульяна кого-то нашла? Чёлка. Где? Ой, я нашел Бингуса. В смысле ты нашел...
А где вы? А вот, вот, вот я тут. Ага. Прямо. А Ёж тоже куда-то убежал. А мы, я думала, все вместе будем искать, а вы разбрелись как-то. Ой, а ну-ка. И вот тут еще, кажется. Я хочу стать шлепкой. Прикольно. Ой, какой хорошенький. Опа, и тут какой-то... Ёж, и Амогус здесь. Ёж, давай возвращайся. Нормально так. А, это ты, Бингус. Я вот рядом. Блин. Это я, Бингус. Я думаю, что это за свинюшка? Свинюшка. Ну, как-то так казалось. Сдалека, извините. Так, что-то под машиной мне. Под машинный шлепок какой-то. Нет, это просто машина такая. Это уже не первая машина такая. Может, в магазинчик зайдем? Что у нас тут? Шлепок-кассир. Магазинный шлепа. Шлепа-продавец. Шлепа-продавец. Ну не зря же тут можно зайти. Опа, что тут? Ну нет, да. Только не говорите, что мы зря сюда. О, геймер. Это где, здесь что ли? Ну вон, наушнички. О, есть. Ну может еще на один этаж поднимемся? Да надо, конечно. Тут какие-то фигурочки. На всех посмотреть. Я, знаете, как будто судорожно ищу цветы и нектар. Посмотрите на меня. А можешь танцевать, типа? Да, могу. Типа вот так. О. Это кто еще? Ангельский, ангел. Ангельский, ничего себе. А там наверху никого нет? Ага. Не, никого. Так, мне кажется, надо вот так внимательно посмотреть здание по периметру, потому что, может быть, ага, надо куда-то спрыгнуть на козырек. Да, я тоже посмотрела уже. Но я не вижу ничего. Могу в мусорный бак спрыгнуть. Нормально. Спикировала. Тоже ничего. Слушайте, а маловато как-то шлеп нашли, вам не кажется? Ну да. Может, это же не конец еще. Ну да, но я рассчитывала на большее количество. Нужно срочно поменять морф, потому что мне уже эта пчела чуть... Опа! А что у нас полицейский делает в тренажерном зале? Тренируется. Похоже на какой-то анекдот, конечно. Я не додумала концовку. Можете написать в комментариях, если придумаете. Тут ничего нет. О, вот что-то, ребят. Нет, это лучик света. Нет. Блин. Лучик просто, да блин. Я тоже поймалась на это. Ульяна, ты где? А я вот полицейского взяла, я бегу. Ну тут вроде больше никого нет. Можно опять вот так вот по краям посмотреть? Нет, к сожалению, тоже нет. Обидно. Ладно. Я нашла крутого шляпу. Где? Вот сюда прыгайте, вот сюда. Вот, очки. О-о-о. Ничего себе, не заметил. О, да. Я просто прыгнула туда случайно. А может, в парке тоже будет какой-нибудь красивенький? Огненный, вот тут, вот тут, вот тут. Ничего себе. Так, а тут? Нифига себе. Может, кубик Рубика будет? Нет. А тут, может, кактус? Блин, выпрыгнулась. Нет, нет. Вот-вот, у меня такая же проблема. Так, ладно, допустим, может фонтан, а может на верхушке фонтана? А я вот пытаюсь допрыгнуть, что-то пока не получается, не выходит. По-моему, да, ничего нет. А кустик, маленькое деревце. Да, это шлёпа деревце. Так, сколько у нас уже найдено? 8 из 15, и самого простого, и мороженкового. Я хочу мороженкового найти. Подожди, Ёша, а где ты Бингуса нашел, признавайся, кстати говоря? В доме каком-то. А в каком, ты помнишь? Мороженое, вот здесь точно будет шлепка. Мороженое, вот грузовичок. Точно, да. Опа. И я превращаюсь в него. Вот. Ого. Так, Ёжа, это ты там прыгаешь в здании? Да, это я вас потерял. Ну, походу, шлёпа тоже имеется. Агась. Так, идем. Бизнес-шлёпа. О, вот тут Бингус. Где Бингус? А бизнес-шлёпа возьмите, он там в здании на первом этаже. Так, вот здесь вот, да, говорите, Бингус? Да, а где Бингус? Где-то тут, да, вот тут. Запрятался как. Больше нету таких тоже спрятанных. Ладно, надо, наверное, подняться. Но вот тоже хочется в кофе, но... Да, а кружечка под столом? Интересный. Нет. Знаете, вот проблема этой скорости быстрой, что можно что-то упустить. Ага. О, уши! Где? А где вы? Блин, я не могу. Выше? Да, вот тут вот выше, где Ёши. Да, вот тут вот. В углу. А ну-ка. А, действительно торчат. Призрак! Призрак. Он, что он делает в офисном здании? Это как-то жутковато. Живет. Призрачный планктон. О! Я теперь начальник. О. Почему написано... А, Фантер. Я думала, написано отец. Я думаю, почему? Почему Фанта — это отец шлеп? А там, кстати, Спрайт. Вот тут что-то есть. Так.
А ну-ка. Криминальный. Ничего себе. Нормальненько. Так, так, давайте смотреть. Мне опять кажется, что где-то будет. Да, что осталось? Нет, тут нету ничего. Ну, пойдемте на то здание, мне кажется. Опа, я там что-то прям на верхушечке видела. А бизнес, бизнес где был? А вот мы туда и идем. А теперь давайте подниматься, потому что мы еще не были на верхушке этого здания. Опа, сколько тут комнат, ребят. Будет нам все искать. А, не, ребят, можно заходить только туда, ну, где открыты двери. А, угу. Но все равно это достаточно много, я считаю. Можно что-то упустить. Да, да. Так, сколько у нас найдено? Давайте еще раз. 13 из 15. Осталось 2. Пицца шлепа и самолетный шлепа. Ну вот тут съедено все, никакой пиццы, только бургеры. Тут есть пицца, но шлепы нет. Ничего себе. Так. Я нашел. Нашел пиццу шлепу? Да, да, да. Он выше, да? Да. Поднимаемся. Аж пиццы захотелось что-то как-то. Ага, это точно. Опа! А вот и пицца шлепа. Причем это он доставщик, он не поедатель. Он ее ест, но как бы доставляет. Это нормально. А теперь самый сложный шлепок. Ну, мы, наверное, не будем тут уже заходить, потому что остался только один. Он точно наверху, не будет же самолетик где-то в комнате. Ну, а вдруг это, знаете, бумажный самолетик? Ничего себе, но мне кажется, что вот он здесь. Просто допрыгиваем до него. Давайте, вы получили? А я могу этому... Да, но только я обратно хочу. О, нет! Чего? Ты не взяла? Да, я взяла. Это было страшно. Мне очень понравилось. Ёши стал самолетиком, да? Или кто? И спрыгнул. Нет, не я. Нет, не ты. Это там кто-то был уже. А-а-а. Ну все. Но мы теперь получили всех шлепков на всех картах. И я думаю, что мы довольны. Столько шлепок в жизни не видела. Так что на этом можно заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока. 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 Пока.